Приветствую. На обзоре вот такой интересный нож от фирмы EF & Grull. EF 965. Ну, как его еще кто-то назвал, Султан от EF. Ну, восточные мотивы. Ну, по порядку. Рукоять G10, 3D обработка. Вот такие фрезеровки разные, в том числе мелкие насечки, кстати, очень хорошо удержится. Если присмотреться, видите, такая 3D обработка. Отверстие для темляка на обухе. Бэкспейсера у нас нету, сквозное отверстие, ну, сквозная конструкция, извините. С противоположной стороны аналогично, плюс клипса достаточно широкой и глубокой посадки. Отличной гибкости. Клин строго по центру, по севому у нас подшипники, это флиппер, открывается заплавник. Открытие отличное, закрытие за счет подшипников хорошие, но еще не разработаны. Лайнер лук. Лайнер заходит практически полностью, но запаса еще более чем половина есть. Лайнеры не облегчены, вес ножа 161 грамм. Баланс, ну, почти на подпальцевой выемке, чуть-чуть смещено. Все отлично. В хвате, кстати, очень удобный хват, восточный стиль. Здесь у нас, кстати, обух скруглен, как видите. Хоть насечки нету, но палец себя находит. Любой хват удобен. Клин сатин, спуски от обуха, спуски симметричные, сведение аналогично, все идеально, ровненько с обоих сторон. С противоположной стороны у нас указана сталь. Сталь, как всегда, УЕФ D2. По обуху 3,5, сведение 0,5. Отличное сведение, и DC, и тактик, все отлично. Так, габариты. Общая длина 22,3 приблизительно. И длина клинка у нас 9,5 сантиметров. Если брать режущую кромку, тут за счет этой изгиба восточного стиля режущая намного больше получается, режущая 10 сантиметров. Вот такой интересный нож, восточный стиль от EF & Grull. Качество, как всегда, отличное, рекомендую.